Ну а что делать-то? Пошли. Нам надо искать, вон туда пошли. Вдруг что найдем, да? Смотри, песок. Помнишь, как прыгали на песок? Макс, ты прыгал на песок? Сальто когда-нибудь не крутил? Нет, только снег. Только снег? Да. О, какой твердый, отряхни, пожалуйста. Максон, для твоего друга тоже нужна работа? Ну да, он может. Покажи его нам. Короче, он работяга, да, парень? Ну да, он деревья сажает. Угу. Прокачивает. Понятно. Может, здесь кто-нибудь живет? Никого. Блин. А и вправду Антон был прав. Надо пройтись по работе. Макс, хочешь, я тебя прокачу в ней? Садись. Я тебя прокачу. А? Садись, прокачу. Я тебя прокачу. Ты меня хочешь прокатить? Да. Нет, ладно, а вдруг это чужое? Мангал, смотри! Тут мангал есть. Охренеть, вот бы нам такой, да? Кстати, топор, да. Смотри. Но это чужое все, видимо. Кто-нибудь здесь есть? Смотри, какой тубзик. А, вон, ребята, пошли. Пошли. Пошли быстрее на работу. Макс, поторопись. Здорово, мужики. Есть работка какая-нибудь для нас, а? А? Да? Ни хрена себе. Давайте, мы готовы работать. Что делать надо? Бегать от вас только. Вы быстро бегаете? Ну реально, мужики, есть что-нибудь потаскать, может, поработать? Только нам за это хотя бы заплатить надо чуть-чуть. А можно к вам подняться туда? Да, вот сюда заходить. С той стороны, пошли, Максон. Это, по-моему, золотая жилка. Здорово. Ни хрена себе у вас тут. Дайте нам работку, мужики. А как ты наверх залез? Можно? Надеюсь, я не грохнусь, мужики. Если грохнусь, оставляю вам свои теннисные мячи. Страшно? Херось. Реально страшно. А сейчас что вы делаете, мужики? Крышу, да? А потом застилать ее будете, да? Здорово. Меня Юра зовут. Михаил. Миша, я не снял перчатки, извини. Михаил. Я Юра. А тебя брат как зовут? Маратик, а тут можно мне пройти? Можно, конечно. Если не грохнусь, да? Нет. Не упадет. Если уметь. Он же не... Уф. Уф. Здорово, Марат. Здорово. Как ты? Как дела? Нормально. Вот. Я думаю, это что, у вас камера, что ли, не пойдет? Да, блин, да, мы, прикинь, работу ищем, короче. Ни хрена, нас в дом посадили, мы наследство свое ждем, это брат мой. У нас, короче, 6 братьев и сестер. Мы свое наследство ждем, очень много денег. Уже 5 дней пытаемся работу найти. Серьезно. Но, блин, тут круто у вас. А чё, как я что-нибудь могу сделать? Что-нибудь могу помочь? Может, отпилить что-нибудь? Могу помочь. А чё? Не потяну, да? Почему? Блин, нихера, как вы тут ходите? Тут же страшно, капец. Вот тут страшно. Хорошо, Марат. Давай, я погнал. Ну, хорошо. Джан, пока, Мих. Я все, пошел. Тан-тан-тан-тан. Макс! Ты где? Нет. Иди сюда быстрей. Все, мужики, мы погнали. Пока. Так. Достаешь, да? Я думал, ты там повисишь, что-нибудь поделаешь. Да. Пошли дальше искать. Здрасте! У вас есть работка какая-нибудь для нас? Нет. По-братски можно все что угодно сделать, реально отвечаю. Нет, у нас работы нету. Нет. Ай. У меня муж этим всем занимается. А где муж ваш? Как где? На работе. А, если что, передайте, что тут это бродяги холостые ищут работу. Да. Вот вам что, не работает? Не работает, да, у них нет работы. Мы сами. Ладно, мы пойдем в ту сторону. Спасибо. Погнали, Максон. Слушай, а если кирпичи возьмем, а? И перепродадим их. Давай ночью сюда придем, кирпичи возьмем, или не варик. Возьми своего чувака, бегай с ним вместе, чтобы он бегал по этим. Нужна магазин какой-то. Пошли. Тут все опасно. Шурупы разные. Мужики! Тут... Здорово! Я работу ищу, мужики. Да не бойтесь, я работу ищу. Да, что?
Здорово. На эту хрень не обращай внимания. Работу ищу, есть какая-нибудь? Это Макс, это он с бензопилой приходил к нам. Кто? Да? Кто правда? Я работу ищу. Работы нету здесь. Правда нету никакой? Может что-нибудь перенести, брат? Нет, ничего сделать? Не надо. Да, правда? Надо. Блин, у него бензопила. Вали, вали, вали быстро. Слышь, ладно, спасибо. Это тот чувак, слышь. Пошли, вали быстрее. Это тот чувак. Давай смотреть дальше. Что тут есть? Опа. А это что такое? Никого нету. Разобранные движки. Садись, садись. Я поехал. Поехали, давай, Макс. Слышь, а куда мы едем? Давай, поехали. Я не знаю, садись. Погнали. Ты приедешь за мной, Макс? А? Макс. Да. Давай, давай. Приедешь за мной, давай. Фу. Так, Макс пока поехал. Макс, я тебя хочу расстроить. Тачка сломана, брат. Выходи. Здрасте. Мы это, работу ищем. Какую-нибудь. Меня Ювет зовут. Здрасте. Игорь, очень приятно. Игорь, есть какая-нибудь работа для нас? Вообще по дешевке, там 100-200 рублей. Вынести что-нибудь, мусор, подмести. Да нет. Точно нету? Точно. Вот для Блин, а. Это не Изольды Кац дом? Нет. Нет? Блин. Капец, ладно. А плоскогубцы вам нужны, да? Все, не трогаю. Макс, твоя тачка. А можно машинку взять? Зачем вам машинка? Ну, ему нужна машинка, реально. Ну, по-братски возьму я. Ну, все. Это ребенку машина. Я верну, мы погоняем, вернем. Да? Да. Возьмем трактор какой-нибудь. Вот, возьми трактор. Давай какой-нибудь. Трактор. Вот тот. Все, видишь, тебе зато перепала игруха. Вот, спасибо, Игорь. Бро, спасибо. Игорь, слушай. А вон тот трактор работает? Работает. Прокати меня, пожалуйста. Ну что, я тебя прошу. Ты на канале найдешь очень много там людей, подписчиков. Ага. На нашем канале. Мы за наследством своим охотимся. Там дом Изольды Кац, мы оттуда пришли. Мы наследники, реально у нас очень много бабла. Просто у нас, видишь, нам надо работу искать, потому что она хочет тебе бабки. Прокати, пожалуйста. Да он сейчас он не заведется. А хотя бы, да, попробуем завести? Не? Тут был вариант интересный, почти прокатились на тракторе. Посмотрим, что будет дальше. Можем здесь даже жить. Да? Смотри, какой грузовик. Ну, да нормально, я жить можно. Нет. Нет, нельзя. Так, ладно, погнали. Смотри, кресло, бро, задротское. Надо тебе? Ты будешь этот общаться со зрителем. Давай заберем. Пошли. Забирай. Да. Пошли. Быстро валим, валим. Я вытаскиваю его. Все, пошли. Бери кресло. Бери, бери, пошли. Пошли. Пошли, пошли. Оно без колес, ладно. Да, что нужно, да тащи его. Оно тебе пригодится. Тут колесо есть. Знаешь, что я могу с этим колесом сделать? Поднять. Смотри. Я не буду. Я буду это. Максон. Давай слезай. Да. Не надо меня катать. Максон. Макс, валим, Макс, уходим. Да я просто хотел колесо попробовать. Я что-то устал. Садись, Макс, с той стороны. Так, ну короче, работа тут мало кому нужна. Слышь, пошли к дороге, а? Выйдем, да, к дороге? Нам нельзя остановиться. Здрасте! У вас есть работка для нас какая-нибудь, кто-нибудь здесь, пожалуйста? Выручите работы. Или деньги, может, есть у вас по 5, по 10 рублей. Пожалуйста, нету? А? Нет? Ладно. Понятно, короче, не вариант здесь. Макс, а ты куда едешь? Я работаю. Ты работу ищешь? Да. Ты тоже безработный? Машина едет. О. Останови. Здрасте, нам помощь нужна. У вас нету работы для нас какой-нибудь? Да, помыть машину. Да. Может быть, дрова расколоть. Я в такси работаю. Такси работаешь? А может, подбросишь нас метров 200 прямо? Да, пожалуйста. Заказ, ладно. Ладно. Поехали, Макс, дальше. Максон, смотри, что я нашел. Погнали. Может, здесь что-нибудь есть. Пошли.
Пошли, пошли, тут нет собаки. Смотри, нету, пошли. Давай за мной, быстро. Опа, а вот и кирпичики халявные. Смотри, один кирпич стоит рублей 25, хороший, новый. Эти можно продать по 10 рублей. Того у нас рублей 150, здесь запомни. Пошли со мной дальше. Кто-нибудь есть? Нет, надо обратно закрыть, а то люди будут ругаться. Люди! Кто-нибудь! Колонка есть. Что там? А может здесь наш клад-то и зарыт? Нет, думаешь? Не просечет? Ладно, пошли. Надо куда нам выехать на сёрт? Пойдешь? Блин, страшно, да, тут по-любому. Тут маленькая лопатка есть. Ладно, валим нахрен отсюда. Все, валим, валим, Макс. Дай я пробегу. Тут нет точно ничего. Так, Макс рассекает пока по дороге со своим другом. Мы ищем работу. Какой-то странный звонок. Надеюсь, это не масоны никакие. Никакие там непонятные люди. Маньяки, кого нет? Блин, как это отключить? Да отключись ты. Да, все, отключил. Я так круто Я хочу работать! Почему в этой стране я не могу поработать? Бери дрова, Макс. Собирай дрова быстрее. Дрова, дурак. Пошли. Блин, я не... Макс, возьми ты немножко дров. Короче, ладно. Нахрен, пошли по-честному просить. Хватит, надоела мне эта жизнь бродячая. О, я знаю, что это. А? О! Бляха, муха. А! Пошли. Это карма мгновенная. Не могу оторвать. На, держи. Если что. Кто-нибудь? Это что за место? Это баня. Капец. Пошли искать. Хозяева! Привет. Здорово, бро. А хозяева дома? Нет? Хороший. Чего ты гавкаешь? Хозяева дома? Хозяева дома, бро? Маленький. Чего ты, родной? А, родной? А, ты... Какой ты злой. Ладно, ладно, все, отхожу. Все, мы ушли, бро. Не, он настоящий хозяин. Настоящий охранник. Слушай, мне кажется, здесь, знаешь, поворот не туда. Да. Фильм. Похоже, да? Замышляет, да? Кто-нибудь? Не пали нас, бро. Не пали нас. Тут никого нет. Фу, оттуда какашками пахнет. Фу. А что с кирпичами? Я могу внутри взять максимум кирпича. Кирпич — это круто. Блин, где это закрыто? И ничего не сделаешь с этим. Все заперто. Выламывать дверь нам? Вот так. Слушай, мы сейчас нарвемся на кого-нибудь, реально. Давай попойдем вот туда, посмотрим, что там. Кто в теремочке живет? Нам нужна работа. У нас бабеньки не кормлены. Ты видел Катюху? Она, наверное, ест знаешь сколько. У нас бабы-то прожорливые вообще. Реально. А Вась Васич? Ты чё? Вась Васич тушенку с банкой съедает вместе. Зубами ее открывает. Я видел сам реально. Один раз он зубами открывал. Я чуть не охренел просто. Тушеный ед? Да. Хозяева! Здрасте. Меня Юрой зовут.
Да. Нам работа нужна, срочно. Нужна работа. Нет, нету работы. Давайте машину помоем. Нет, у меня 50 рублей там стоит. Нет, нет, Лева, стой. Да, не убраться ничего, да? Ничего нету, ничего такого нет. Рэндж Ровер какой-то, смотри, там три машины сразу подряд. Здорово, мужики! Хай, да, Джон, я тоже хай. Батя с Карабаха. Короче, есть работа какая-нибудь для нас? По работе что-нибудь поделать, бро. Серьезно, нет? Ладно, крутой рэндж у тебя. Бро, нет работы для нас какой-нибудь? Что-нибудь машину можешь помыть, а то грязная у тебя машина. Нет, точно? Ладно. Здравствуйте. У вас нет работы для нас какой-нибудь? Любой. Дрова колоть, машину помыть, перетаскать что-нибудь. Там что-нибудь такое, нет? Точно? Подумайте хорошенько, мы дешево работаем. Дешево. Вы кто, говорит, вообще по жизни такие? Я вас сейчас попутаю, вообще потеряетесь, понятно? Я калырис ЦЦС, бляха, муха. Нет. А? Ну давай вот так и туда. Максон! Ты что делаешь-то? Я не понимаю, ты от меня отходишь все время, как ты оказываешься. Я тоже хочу, блин. Меня это упало. У тебя грузовик развалился, Макс. Блин, останови меня. Останови тебя? Да. Да? Ты смотри, не облюйся. Да? Мутит? Держи за руку, бро. Держу тебя. Все. Тошнит? Ну вон под горку туда, это классика. Мы реально заблудились. Надо прям обратно-обратно, да, идти? Кажется, сюда. Да? Вот, пойдем, вот тут это очень бедное место какое-то. Ау! Есть кто-нибудь? Макс вас прокачает! Я тебя прокачаю, если выйдешь. А если нет, то поймаю и это. Посажу на... будешь регениться всю жизнь. Понял, пока не выйдет. Ни хера себе встречка! Это наши, прикинь! Короче, мы сейчас здесь убираемся. Обойдите другие, мы уже нашли тут работу. Да? Да, мы уже. А тебе алкоголем пахнет, Вась. Ты что, издеваешься, что ли? Нет. Нет, конечно. Вы бухаете, что ли, без нас? Ты издеваешься, мы здесь пахать собираемся. Да? Да. Покажи, открой дверь. Вась не открывает нам дверь. Пахать. Видимо, он там бухает один с кем-то, не понимаю, что происходит. Короче, вот так мы просто нашлись где-то в одной деревне. Вот, ну ладно. Совпадение. Да, совпадение. Мне кажется, мы шли по стрелочке, нас привела стрелочка сюда. Да, стрелочка привела. Может быть, ребята бухают, а может и убираются. Ладно. Но хорошо, если заработают денег. Это топор самодельный. Опа, самодельный топор, нифига себе. Понятно. Короче, Вась нас не пустил. Ну, как обычно от Вась. То он тушенку жрет один, то зубами ее открывает, то там убирается с кем-то. Не впустил у нас. Вот такая у нас семья, ребят. Опа, маршрутка, побежали. Пойдем. Сейчас мы по-любому найдем тюрец. Да. Но она куда-то едет, по идее, да? Да. А у нас денег нет. Да. Да нет, на халяву проедем как-нибудь. Не, у меня вот где-то есть я. Да? Сейчас, да, есть. Надо посмотреть. Угу. Я знаю эту дорогу. Так мы вот почти, когда бегали, искали, когда город искали, то же самое было. Да? Так. Ладно, все, пошли, Максон. Ребята хоть что-нибудь заработают. У нас что-то голяк сегодня.